Сделаем весь макияж новым брендом. Flavera – это российский бренд на рынке уже давно, с 2016 года. Их концепция – простота в нанесении, универсальные оттенки и прозрачность. Макияж продуктами Flavera незаметен на коже и выглядит очень естественно. Начинаем с подготовки. Тоник наливаю в ладошку, разогреваю, наношу на лицо. Защитный флюид с SPF 50 – это то, что просто необходимо для жаркого лета. Дальше крем. Наношу, также слегка разогрев в ладонях. Он подходит и для утра, и для вечера. Теперь макияж. Сначала тон. Кремовым скульптором рисую скулы и корректирую овал. Консилером-хайлайтером высветляю зону под глазами, носогубку, подбородок и чуть-чуть на лоб, чтобы лицо выглядело отдохнувшим. Персиковыми румянами сделаю так, будто солнышко коснулось лица, и лицо слегка загорело и посвежело. Матовые натуральные тени подчеркнут голубизну глаз. Закрепляю тушью, неярко слегка дотрагиваясь. И последнее. То, что необходимо каждой женщине – масло для губ, чтобы не броско, не ярко и все-таки придать цвет.